Всем добрый вечер. Сегодня мы с вами разыграем подарки. Ой, за всех держу кулачки и всем желаю удачи. Давайте, Сергей, начнем. Я хочу напомнить, что это наша традиционная, уже стала традиционная лотерея. И мы разыграем подарки по итогам каждого каталога. Да, среди тех людей, которые вот, активные, которые подарки любят. Есть такие здесь? Конечно, подарки любят все. Особенно в Новый год. Это же загадывайте желание, Новый год скоро, оно обязательно сбудется. Ну что, я тогда переключаю нашу красивую презентацию вот так, например. Тупите. Так, все видят, да? Смотрите, все видели вот такую шикарную акцию нашу с сумочками? Сумку Манию. Ольга, видели такую акцию? Это в каком было каталоге? Это вот в этом сейчас, недавно сделали эту акцию. Смотрите, вот вы, получается, берете со скидкой, да? Сейчас я сделаю. Так, можно вам тоже, вы можете, вам как нравится со скидкой пользоваться? Ну, конечно. Подарки получать. Вот, то есть, и вы можете также другим скидку эту тоже открыть. И вот такие подарки получать. Смотрите, как классно. Я вот, например, по прошлой акции я выиграла телевизор. Не выиграла, а заработала телевизор. Представляете? Классно. Вот скоро он мне придет. Смотрите, сейчас вот такая акция с сумками. Какую сумку хотите? Я вот выбрала себе рюкзак, и вот через плечо мне нравится. И еще чемодан. А лучше все брать и, так сказать, не ошибешься. Девчонки, вы я что выбрали? Я все возьму. Ой, молодец. Ну ты, Аня, вообще молодец. Анжелика что возьмет, мне интересно. Это будет секретный маленький. Это регистрация. Ой, ну ты вообще бомбишь. У нас Аня, видите, скидки открывает. Вот. Ну, мне понравился рюкзак, что еще? Вот. Ну, все интересно, на самом деле. Можно заработать все. Главное, цель поставили, идем вперед. Только вперед, но не шаг назад. Да, получается, у нас... Вот, девчонки, кто заново скидку себе открывает, да, он получает за 50 баллов, вот Ольга селфи-кольцо получала, а сейчас за 50 баллов у нас идет косметичка в подарок. То есть всегда выгодно делать... селфи-кольцо туда. Да-да-да. Вот. То есть за 2 приглашенных можно вот такой вот кошелек, клатч получить в подарок. За 3 сумку через плечо. То есть это реально и возможно. Если интересно, Ольга, подарки любите? Подарки? Ну, люблю, но пока некого пригласить. Подумайте вот на досуге. Аппетит приходит во время еды. Ну что, начнем? Да, начинаем. Время идет быстро. Так, значит, вот, это у нас участники, кто сделал 50 баллов, кто сделал в прошлом каталоге. В этом каталоге у нас тоже, кто делает 50 баллов, не забываем ставить код этих полотенец. Полотенца, они хорошие, влагу хорошо впитывают, но у меня почти все полотенца уже от Oriflame. Вот, одно побольше, и другое поменьше для лица. И за 50 баллов еще у нас получает выгоду еще плюс 5%. Делаешь 50 баллов в одном каталоге, во втором, и в третьем получаешь дополнительную скидку 5%. И то есть всегда получаешь эту скидку от 50 баллов. И плюс участие в нашем розыгрыше. Так, сегодня мы разыгрываем крем для рук, мыло и гель для душа. Да. Так, ну что, кто станет победителем? Лототрон. Итак, победитель номер 23. Ой, кто это? Кто это? Сейчас посмотрим, кто это у нас, номер 23. Рузибоева Мунира. Ой, как хорошо, вот подарок будет девочке моей. Это твои, да? Ну вот видишь. Это моя, да. Ну вот видишь. Вот, поздравь ее, расскажи ей об этом, самое главное. Сейчас мы... Самое главное рассказать, чтобы она не пропустила. Итак, следующая номинация у нас.
Так, значит, следующая номинация за 150 баллов у нас. 150 баллов, что они нам дают? Они у нас дают скидку 12% уже, то есть это более выгодно, когда 150 баллов. И на, делаешь 150 баллов, получаешь скидку 50% на один продукт. Я тоже всегда этим пользуюсь. Беру вот крема NVH, например, или аромат. Вот в этом каталоге я возьму аромат Giordani Gold Essence, свой любимый. Он будет мне со скидкой 50%, то есть вообще почти бесплатно. Надо сказать, что эти 12 плюсуются к тем 20. Да, то есть это дополнительно. 20 у нас фиксированная скидка, а еще дополнительно 12%. И за 150 баллов еще мы можем видеть выгоду плюс. То есть такой распродажный каталог, там тоже у нас много акций, можно прям с большими скидками брать. То есть 150 баллов – это совместная покупка, скажем так. То есть себе взял, соседям в магазин, куда ходишь, каждый день хлеб, да, там покупаешь молоко. И 150 баллов – это родственники. То есть это реально. Это реально можно сделать. То есть очень я вот выгодно всем. Работу, да. Коллегам. Вот, и за 150 баллов, то есть больше привилегий получаешь. Итак, сейчас посмотрим, кто у нас получит. Кто у нас получит. Так, заряжаем наш лототрон. Прямо в прямом эфире это все делаем. Так, где... Итак, нажимаем номер 11. Угу. Сейчас посмотрим, кто такой у нас номер 11. Вот, Горовец Елена. Ой, куда-то убежала. Ой, опять убежала. Здесь у нас подарок шампунь, кондиционер, расческа и маска для волос. Кстати, вот эту маску у меня очень хвалили, вот эту авокадо. Они вообще все вот эти масочки сошли, все очень хорошие. Это вот питательная маска. Есть для окрашенных и есть для сухих. Угу. Хорошие масочки. Да, потому что мне вот даже отзыв в группе писали, девчонки, что классная маска. Я пробовала банановую, но мне тоже очень понравилось. Банан. Надо тоже. Итак, еще взять. Классный. Победитель у нас Горовец Елена. Она уже выигрывала, по-моему, насколько мне память не изменяет. Но еще раз, это очень даже сильно приятно. Угу. Идем дальше. Поздравляем. Поздравляем, да. У нас здесь участники, кто делает 250 баллов и выше. Значит, здесь еще до конца года мы успеваем 250 баллов делаете в каталог, да, и делаете их 17 каталогов подряд и получаете набор на Вэйдж за 1 рубль. Я уже пользовалась этой возможностью, я брала себе серию от пигментации. Мне очень она нравится, я ее как бы сейчас опять дозаказываю. С 50% скидкой, кстати. Вот, поэтому я по этой программе, я сейчас опять же так же иду. Раньше еще можно было планшет получить, сейчас вот выгоднее, конечно, взять набор, чем планшет. Планшет легче купить. Ну, какой, да. Тебе? Вот, то есть 250 баллов – это выгодно. Это выгода плюс. То есть ты уже получаешь здесь все, везде участвуешь. И в этой номинации я тоже участвую. Да, сейчас посмотрим. Интересно, выиграю ли я что-нибудь. Так, заряжаем наш лототрон. Ну что, какой номер выиграет, Женя? А? Я, какой? Давайте... А с какого по какое там число? 7 по 14. Так. Ну, мне кажется, это 8 должен победить. Я думаю, 9. Да. 14. Так, а 14 номер у нас кто? О, Долгиер Христина. Поздравляю. А, вот я под 8 был. Она впервые сделала 250 баллов. Обалдеть можно. Молодец. Ага. Это Кристина, которая наша, да, Кристина? Да, которая... да. Вот она впервые в этом каталоге сделала 250, и вот так ее сразу такое поощрение получилось, а? Ну, супер. За Кристина, ее стремление она вот получила по заслугам. Ну да, сказать. Да. Молодец. Вот стоит чуть-чуть напрячься, и сразу вот тебе такая благодарность. Угу, молодец. Поздравляю, Кристина. Молодец, да, молодец.
Вообще, с Орифлейм выгодно также, дружить. Да. Продолжай в том же духе, не останавливайся. Да, и последняя номинация у нас на сегодняшний день. Это королева продаж. Я хочу тоже сказать, как королева продаж 100 лет назад, что я самый лучший результат. Да, у меня был 1292 балла за каталог. Это был супер результат. Я помню это ощущение, эти, как меня поздравляли уже почти 7 лет, меня с этим результатом все еще поздравляют. И все помнят про это. И никто не смог еще меня вот победить. Даже я сама не смогла. Вот так вот. Поэтому это, конечно, классно. Это как олимпийский чемпион. Уже в истории. Навсегда. Да, итак, королевой у нас признается Сазонова Ольга. Угу. Молодец. Тоже молодец. 439 баллов. Кстати, мне кажется, это тоже впервые человек сделал 439 баллов. Очень классный результат, прям радуется. Вот мое сердце радуется за людей, когда, ну это же, как сказать, и доход какой-то, какой-никакой, и вообще приятно сделать людям. Вот, надеюсь, что не только для себя, там, для коллег, для туда-сюда. Вот, Женя, давай твое заключительное слово. Так, ну что, я всех поздравляю победителей. И всем рекомендую не останавливаться на достигнутом, также продолжать в том же духе, и у вас все получится. Вы молодцы. Вот так вот. Всех поздравляю. Я благодарю всех. Но в следующий раз вам обязательно повезет, другим тоже. Потому что лототрон, он такой. Сегодня кому-то, завтра вам. Всех, кто присутствовал сегодня. В качестве жюри. Да. Все видели, что мы без обмана, у нас все в прямом эфире. Вот. Еще раз благодарю и до новых встреч.